Спасенные в Сирии казахстанцы могут оказаться террористами. Под подозрение сотрудников КНБ попало 6 мужчин и 1 женщина. Буквально накануне президент объявил о завершении миротворческой операции и возвращении на родину 47 человек. 7 подозреваемых попали в кадры оперативной съемки. О том, что они возможные пособники террористов, спецслужбы знали. Поэтому в Казахстан их возвращали под конвоем с минимальным комфортом. На руках наручники, на голове не пропускающая свет маска. По каждому из 7 подозреваемых ведется досудебное расследование. Их дальнейшую судьбу определит суд. По словам представителя КНБ, за время существования конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане из вернувшихся казахстанцев только 40% привлекались к уголовной ответственности. Но для тех, кто возвращаться не собирается, никаких поблажек не будет. Их могут лишить гражданства. На данный момент в отношении ряда лиц, пребывающих в зонах конфликтов, эта мера прорабатывается и, возможно, будет реализована. Позже по решению суда. Но здесь те, которые возвращены, здесь совсем другая ситуация. Это совсем другая категория. Эти лица, они добровольно изъявили желание вернуться.